Почему упадок сил? Почему нет энергии? Обращается парень, буквально на днях. Я раньше ворочил вот такими вот делами, а сейчас уже полгода живу на то, что накопил до этого. Был на Бали, был в Перу, проходил 12-шаговую систему, программу, но ничего не помогает. Альвин, почему так? Что мне делать? Я ему объясняю, я говорю, смотри, то есть твое подсознание давным-давно посылало тебе звоночки, что есть проблемы, есть блоки, есть психотравмы, есть определенные гештальты, которые тебе надо закрыть. Ты забивал на это все большой и толстый. А сейчас ты хочешь в каком-то новом начинании, чтобы у тебя все перло, да? Чтобы у тебя была энергия, чтобы ты не уставал. Этого не будет. Пока ты не порешаешь эти вещи, у тебя не будет энергии. Но когда ты это сделаешь, ее будет предостаточно. У тебя энергии больше, чем у любого супервулкана. Поймите, ребят, у меня было точно так же. Понимаете? Но как только я это все порешал, я смог двигаться дальше. Ставь плюс, записывайся.